Дорогие друзья, обращаюсь я и к зрительному залу, и к своему дорогому коллективу. Даже каменное сердце размягчилось бы от того праздника, который вы мне создали. Я глубоко благодарен вам, глубоко благодарен своему народу, нашей партии, нашему правительству, так высоко поднявших меня. Если я так возвышен, то потому что у меня есть крылья. Вот они. Без них я был бы как парус без ветра, как дирижер без оркестра. Поэтому я не могу себя отделить от своего коллектива, и все, что создано как бы мною, я сказал бы, создано нами. Золя сказал замечательную фразу: художники помогают нам видеть. Действительно, я думаю, что задача каждого деятеля искусства – помочь увидеть красоту жизни, увидеть поэзию там, где простым глазом ее не сразу заметишь. И поэтому, мне кажется, я по праву просто одного из старейших в этом зале. Сергей Владимирович мне немножко в этом отношении напортил. Но тем не менее, имею право делиться опытом и скажу, что нет в жизни более высокой миссии, чем стремиться к высокой цели и стремиться достигнуть совершенства. К этому я и старался стремиться вместе со своим коллективом.